Так, у вас сын пьет, представляете, будто вы ниточками связываете золотую кольчужку, где одна ниточка золотая из одной груди, а другая из другой. Делаете такую кольчужку и каждый узелок произносите: бросай пить, перестань себя так вести, будь хорошим, ты же хороший, умненький, пусть у тебя в жизни будет счастье и так далее. И одеваете такую кольчужку и в дальнейшем каждый день представляете, вся ли она целая. Так человек бросит. Дальше. Вы хотите, чтобы человек вам позвонил и хотите, чтобы человек хорошо к вам относился, вам необходимо слова. Вам необходимо, чтобы человек хорошо к вам относился, вам необходимо проводить такой ритуал. Представляете, будто вы заряжаете стрелу, и когда стрелу заряжаете, говорите: «Позвони мне», и стреляете по направлению к тому месту,